Добрый день, дорогие телезрители. Это праздничный выпуск программы КЧР Онлайн, студия Алексей Ковтун. Моя постоянная соведущая, очаровательная Екатерина Иванова, присоединится чуть позже. О самых актуальных темах уходящего года, о том, чем жила Карачаево-Черкесия непростые последние 12 месяцев, мы и поговорим сегодня в эфире программы КЧР Онлайн. К разговору можете присоединиться и вы, позвонив нам по телефону. К слову, режиссер подсказывает мне, что уже есть первый звонок. Это рекорд, я еще не успел даже тему выпуска обозначить. Итак, вы в эфире, пожалуйста, представьтесь, задавайте ваш вопрос. Алексей, добрый день, это Катя, Катя Иванова. Неожиданно. Катя, неожиданно, и так ваш вопрос. Да, да. Дело в том, что я, во-первых, хочу поприветствовать вас и всех наших телезрителей. Почему я не в студии, наверное, хотите спросить вы? Хочу. Дело в том, что мы подумали, и я тут решила, раз Новый год – семейный праздник, так, то необходимо застать наших гостей, естественно, в семейной обстановке. И я, недолго думая, и так как некогда было вас предупреждать, побежала по нашим гостям. Так что, в общем, времени нет, объявляйте первого гостя. Ну, коли Новый год – время сюрпризов, хорошо. Хорошо. Спасибо, Катя. Итак, получается, то теперь у нас одновременно КЧР онлайн, итоги года, программа «Пока все дома» и по следам самых популярных и злободневных тем, поднимавшихся в нашей программе за последние 12 месяцев. Но нашим постоянным телезрителям в таком случае не составит труда догадаться, кому Катя нанесет первый визит. Есть в нашей республике только один человек, единственный, который появлялся в нашем эфире едва ли не чаще самих ведущих. При этом всегда с актуальной информацией и ответами на самые каверзные вопросы зрителей о злоказненном коронавирусе. Но только если в нашей студии она – это она. Всегда появлялась в строгом мундире Роспотребнадзора, то теперь мы увидим ее в штатском, в уютном домашнем интерьере. Катя, прошу.2020 год стал необычным и для нашей программы «Карачаево-Черкесия онлайн». Несколько месяцев мы выходили в прямой эфир без наших гостей. В студии мы были вдвоем с Алексеем, а герои нашей программы общались с нами по скайпу или присылали свои видеосообщения. Но так сложилось, что на протяжении всего этого грустного периода у нас появилась третья соведущая. Это Елена Покровская, пресс-секретарь Роспотребнадзора, которая ежедневно сообщала нам о сложившейся ситуации, в которую попал весь мир. Но в этот раз не она пришла к нам в гости в нашу студию, а мы пришли к ней и рады все-таки пообщаться в более неформальной обстановке. Здравствуй, Леночка, представь, пожалуйста, с кем ты сегодня нас встречаешь? На этот раз. Катя. Я рада вас видеть в моем доме вместе со своим супругом Владимир. Знакомьтесь, Покровский. Мы вместе уже много-много лет. И хочу сказать, что наш дом всегда открыт для наших друзей и для гостей. Это традиция нашего дома, гостеприимства. Поэтому нам не впервые встречать здесь гостей. И мы очень рады вас видеть. Я тоже очень рада, во-первых, познакомиться, во-вторых, действительно показать нашим зрителям, что не все протекает в пределах нашей студии или Роспотребнадзора. Есть у людей и своя жизнь, и она на самом деле все равно неразрывно связана и с работой, и с общением даже с нами, с ведущими этой программы. Но недалеко отходя от моего, так сказать, вступления, хотелось бы задать вопрос, каково было все-таки встать в один ряд с нами, с ведущими, и информировать население Карачаево-Черкесии ежедневно о той ситуации, в которой мы находились, ну, во всяком случае, начиная с мая до июля, насколько я помню. Катя, ну, конечно, каждый выход в прямой эфир – это очень волнительно, это большое напряжение, к нему готовишься, о нем думаешь с самого утра. Это действительно напряжение. Я понимаю, что работа у вас очень вредная, как говорится, молоко за нее отдавать надо, потому что очень много нервов уходит на эту работу. Ну, со временем, конечно, мы уже привыкли, это уже стало каждодневным ритуалом. Вот.
Ну, опять-таки, было все нормально, это рабочие моменты, хотя вот впредь хочется все-таки выходить в эфир совсем по другим темам. В этом году мы даже так шутили, что про клещей мы в этом году не поговорили. Программа. Нет, почему же была у нас ситуация, снимали мы и про клещей. Ну, вот сюжет детская снял, программа вашего телевидения, детская программа, мы теперь рассказывали детям об этом. Передали факел информирования о том, как вести себя на природе. Владимир, ну а как для вас прошел этот период, когда супруга наверняка с утра до ночи пропадала на работе? И не только с утра до ночи, еще и суббота и воскресенье с утра до ночи. Поэтому я имел больше свободы, это тоже плюс. Во всем видите положительную сторону. Да, надо что-то плюс какой-то увидеть. Ну, вообще, Катя, если честно, я очень благодарна моей семье, которая отнеслась к моей работе с пониманием, потому что не в каждой семье будут терпеть, что вот начиная с апреля месяца, начался такой плотный график такой начался, когда мы стали работать очень допоздна и по выходным. И не в каждой семье, в общем-то, будут терпеть, тем более, что у меня вот муж... Я единственная женщина, так сказать, в доме, муж, сын. Не в каждой семье это будет терпеть, потому что часть моих дел, женских дел, все-таки дом, я много на мне, как на женщине, как у нас домострой, у нас женщина все в доме делает. Но часть моих обязанностей, конечно, легла на плечи моей семьи. Я очень благодарна им за то, что они меня поддержали. Они с пониманием относились к этой ситуации, хотя с их стороны была, конечно, критика. Им это кому? Это на меня в основном. Да, в основном, один конечно. Сын у нас живет в другом городе, в Ставрополе, а другой в армии был. Да. То есть весь этот год, когда... В октябре только из армии вернулся. Получается, что в тот период, когда больше всего, казалось бы, все волнуются за своих детей, за своих близких, вы были на расстоянии от своих чад. Да, Катя, знаешь, это было очень трудные времена, потому что вообще, когда вот он в октябре в прошлом году сын ушел, для нас это вот, у нас вместе, он редко даже уезжал куда-то. Мы, конечно, каждый месяц мотались к нему, он служил недалеко, у него учебка была под Краснодаром, это он служил, эта часть была, а учебка, где он учился, под Майкопом. И то есть мы и в учебку к нему съездили, и в Краснодар к нему съездили. Вот до пандемии мы буквально раза три к нему съездили, потому что ужасно мы скучали и волновались за ребенка. Ну там были моменты, когда он немножко в госпиталь попал, конечно, мы носились туда. Но как только началась пандемия, все кругом закрылось, части закрылись. Свиданий нет, приедешь, не увидишь. То есть мы буквально, начиная с апреля месяца, были отрезаны. Мы только общались иногда по телефону с ним. И мы, конечно, очень за него волновались. Все его трудности мы переживали на расстоянии. Хотя очень, как материнское сердце, очень хотелось поехать, покормить, повидать, пообщаться. Но эта пандемия, она не отразилась на его службе, не произошло ли там каких-то инцидентов, связанных с заболеванием, с распространением? Нет, в армии это вообще свое государство отдельно. Они как раз таки изолированы, отдельное государство, и у них, если был запрещен доступ родителей, то есть посторонних, они изолированы. То есть им в этой ситуации было, да, гораздо, было гораздо легче. Он повзрослел. Он научился жить отдельно, научился бороться за свою независимость, за свою самостоятельность. То есть пуповину эту разрезали. Да, он стал взрослым мужчиной после армии. И я вообще считаю, что, конечно, армия – это школа жизни. И вот в нашем кругу практически все наши друзья, там мой супруг, его родственники, мой брат, мой отец, они все служили в армии. И, конечно, Володя очень хотел, чтобы наши дети тоже в армии служили. Потому что он понимал, что армия – это... школа жизни, что она сделает из него человеком. Скажи ты. Да, хочется спросить у отца все-таки, Владимир, когда Кирилл вернулся из армии, какое чувство вы испытали? Была ли гордость или наоборот, что все, слава богу, вернулся, теперь будет под родительским крылом? Конечно же, гордость за своего сына, за то, что он перенес трудности такие армейские, они однозначно, конечно же, были. Молодец, он выдержал
выдержал это. Ну, если говорить о том, все-таки как отразилась пандемия, а мы не можем, к сожалению, обойти эту тему, хотелось бы спросить также и у Владимира, на вашей работе как-то отразилась вся эта ситуация? Я знаю, что вы работаете на гипсовом заводе. Как там была обстановка? Были приняты какие-то меры, возможно? Ну, естественно, все меры, которые необходимы было, были приняты на заводе однозначно. Они сразу же были приняты, они до сих пор применяются. Это вот распространение всевозможных спиртосодержащих вот этих вот веществ, антисептиков. Да, антисептиков. Все это пылесосится вокруг, все кабинеты, все цеха. Угу. Ношение масок обязательно по заводу. Ну, все, что надо, нужно, все делается. Да. На производственном процессе это не отразилось? Ну, на производственном процессе, ну, конечно же, как-то отражается, когда человек выбывает из общего коллектива. Она это отражается, да, однозначно. Ну, так в целом не очень сильно затронуто. Если все-таки говорить о жизни вашей семьи, работа работой, но чем запомнился этот год для вас в целом? Кроме того, что коронавирус и так далее, и так далее, потому что... Я думаю, что теперь мы будем уже говорить об этом как о новой реальности. И все-таки хочется замечать какие-то приятные моменты. Вот чем запомнился 2020? Можно я сначала скажу, а потом Володя скажет. Да? Вот я, для меня этот год был совершенно вот чем-то новым по ощущениям. Я уже говорила о том, что у нас дом такой с традициями гостеприимства. К нам регулярно, на каждые выходные или мы ходили в гости к друзьям, или к нам обязательно в один из дней приходили всегда друзья. А здесь, понимаете, вот... Опустел дом. Дом опустел. Совершенно опустел. И самые прекрасные летние дни, когда можно во дворе посидеть, когда у нас традиционно мы с друзьями там барбекю, шашлычки жарили, часто встречались, ну не каждые выходные, конечно, но часто встречались, семейные праздники, дни рождения все отмечали. А в этом году, понимаете, вот ну, крайне редкие были ситуации. В основном, конечно, мы с мужем вдвоем. Этот год был просто вот этим запомнился этим. Вот, ну, для нашей семьи, в принципе, год был неплохим, я хочу сказать, что у нас никто в семье не заболел. Мы все до сих пор здоровы. Я надеюсь, что продержимся до вакцинации, а там дальше уже не так страшно будет. Но для меня вот это ощущение пустоты в доме вот, ну, очень запомнилось, потому что оно не свойственно для нашего дома. Хотелось бы задать вопрос, который для вас, как для семейной пары, мне бы хотелось действительно искренне задать. В этом году многие семьи, к сожалению, распались как раз-таки из-за того, что оказались наедине друг с другом, когда нет друзей, когда никто не отвлекает от друг друга. Когда ты ушел в виде одного человека и вернулся домой, и видишь только его. И общение это, к сожалению, не распространяется дальше. Как удалось в связи с вот новыми реальностями в быте сохранить это теплое общение, сохранить друг друга? Отвечай. Как удалось? Очень легко. Очень легко. Утром уходишь на работу. Вот. Пришел с работы, жены нет. Приходит она или привозишь ее с работы. Часов в 10 вечера, в 10:30. И так каждый день. И субботу, и воскресенье. Поэтому, тут, собственно говоря, она мне и надоесть не могла. И соскучиться. Да, мы в самоизоляции не были, мы работали, я и Володя. Поэтому мы вот в такой психологической острой ситуации не побывали, которая людей к распаду привела. Тоже распадаться, смысловая составляющая. То есть мы много лет вместе уже. Это как та история, вы если... 30 лет уже. 33 года. Уже как тот люди... старик со старухой, которые жили 30 лет и 3 года. Вот мне кажется, что это такая прекрасная иллюстрация того анекдота. Что делать, чтобы всю жизнь оставаться вместе? Не разводиться. Так, вот да. И все. На самом деле все просто. Секрет в том, что секрета нет. Да, счастливые семьи – это прежде всего терпение. Терпение со стороны обеих супругов. Да, ну вот так вот и надо. Говоря про семью, очень важным элементом являются традиции. А самыми важными, самыми приятными из этих традиций, безусловно, являются новогодние.
Вот есть ли у вас такие ритуалы, которые каждое 31, там, 30 или 1 января вы совершаете, несмотря на то, какой год прошел и какой год наступает? Ну, прежде всего, в нашей семье Новый год – это семейный праздник. Мы ни разу Новый год не встретили где-нибудь вне нашего дома, потому что у нас есть Володина мама, которая, для которой мы – это семья, потому что у нас есть дети, для которых мы – это семья, вот мы все вместе. Но гости к нам приходят уже, как правило, тоже встретив Новый год, мои подруги, там, наши друзья, уже встретив Новый год со своими семьями, мы потом встречаемся. Но это вот самая главная традиция, что мы всегда вместе, мы дома. Елка. Мы очень любим свою елку новогоднюю. И для нас вот определенная есть традиция, мы каждый Новый год покупаем хорошие, красивые стеклянные игрушки. Да, елка искусственная, тоже подарок наших друзей, елка. Ну, в общем, каждая вещь и сама елка – это какие-то воспоминания, это какие-то сюжеты, что-то. Но самое главное то, что мы на елку покупаем всегда игрушки, пожелания. Я как-то заметила это несколько лет назад, то, что они сбываются. Ну, это реально прям вот, ну, сбываются, да. И поэтому мы покупаем игрушки с пожеланиями и вешаем каждый год, ну, одну-две новых игрушек. То есть в вашем доме как раз-таки история про чудо, она существует. Чудеса есть, и они могут, их можно даже пощупать. Ну, не только в «Газпроме», бывает и в других. Ну, конечно, мы не загадываем сверхъестественных желаний, Кать. Мы загадываем простые житейские желания. Вот, допустим, в прошлом году мы купили фигурку Мишки-солдата, потому что сын в армии, мы очень хотели, чтобы у него все было хорошо. Вот мы повесили, вот все хорошо оказалось, да. Ну вот как-то лет 5 назад мы купили игрушки, очень хотелось куда-нибудь съездить, какое-то путешествие. Ну понимаете, что хорошее дальнее путешествие – это большие затраты денег, а мы, в общем-то, обычная простая семья, которая много себе позволить не может. Ну купили, конечно, мы вон Эйфелеву башню и Биг Бен, но на это путешествие мы денег еще не собрали. Но опять-таки, купив эти игрушки, мы начали, вот мы съездили в Грузию вместе с нашими друзьями, это было очень запоминающееся, веселое и такое яркое впечатление, что вот мы после этого уже в Грузию еще пару раз съездили. Ну, два символа Европы, и все-таки в Европу вы и съездили. Ну, будем говорить так, ну, что Грузия, тоже, в принципе, сбылось, да. Европа, ну, вот смотрите, все-таки. Вот периодически вот значение там игрушек, да, ну вот для собака это для друзей, мы специально только пожелания для друзей. Карусель это для веселья у нас. Совы, у меня целая стайка сов, это для мудрости, потому что, ну, сын учился в институте, было очень сложно с ним, с младшим сыном. Вот покупали для мудрости, чтобы человек учился хорошо. Вот. Ну, очень много у нас котов, потому что мы семья любящая котов, у нас есть кот, как бы и для кота купили тоже. Да, с котом хорошо, мы уже познакомились, да. Он сейчас где-то гуляет по дому, очень такой хозяйственный товарищ. Да. У нас много очень игрушек старых. И некоторые игрушки ровесники моего мужа, с елки еще вот его елки, вон Дед Мороз со Снегурочкой, вон там стоят такие, совсем уже еле-еле стоят у них, они даже немножко поломались, да. Вот и две девочки, там красная шапочка, еще девочка, очень много шариков с елки моих родителей, ну то есть вот мы тоже бережно старые, это храним, они вон, видите, старые, облезлые, но очень дороги нам, потому что эти еще игрушки нашего детства. Мне кажется, что это самое-самое главное, потому что они передают не только историю какую-то, но и они несут в себе память о тех новых годах, которые вы встречали в детстве. А вот если говорить о традициях, которые перешли, может быть, еще с тех пор, когда вы были маленькими, загадывали желания, писали письма Деду Морозу, что-нибудь перешло в вашу семью? Ну да, когда, конечно, дети были маленькие, они писали письма Деду Морозу. И мы с папой, конечно, эти письма старались донести до Деда Мороза. И Дед Мороз, как правило, это выполнял. Но один раз такой был интересный сюжет, когда мой старший сын еще вот был таким человеком верующим в Деда Мороза, это был или первый, или второй класс его, и он написал, пожелал
какой-то там фильм, видеофильм, там что-то с дракой, с войной связано. Ну, в общем, я понимала, что купить ему эту кассету с этим фильмом, это не педагогично. А это были, ну, времена, вот сыну сейчас 25 лет. То есть, понимаете, это времена первых видеомагнитофонов. У нас, конечно, дома был видеомагнитофон. Мы покупали какие-то там новые сказки детям. Вот тогда книга «Гарри Поттер» была только первая книга «Гарри Поттера». Ну, вы сами понимаете. Но я понимала, что фильм, который он загадал, это был очень какой-то военный, с драками и что-то вообще неприемлемое. Недорос еще. Да, но написал ребенок Дед Морозу вот такое письмо. Он тогда еще еле-еле писал, это даже на грани первого класса, еще не в первом классе, еле писал печатными буквами. И был такой момент, когда я думала, ну как, вот не исполнить, невозможно у ребенка вера, что Дед Мороз придет, а исполнить это письмо, ну вот совсем это было бы неправильно. Я попросила своего одного коллегу с работы, чтобы он вечером позвонил нам по телефону, представился Дед Морозом и попросил, чтобы ребенок попросил что-нибудь другое, что у него вот такого нет, я тебе что-нибудь другое. И было очень интересно этот момент, когда он поднимает трубку, звонит мой коллега, я поднимаю трубку, он говорит, ну, давай зови сына. Я говорю, Никита, тебе звонит Дед Мороз. Он подходит, да, Дед Мороз. Хорошо, Дед Мороз. И потом мой коллега о нем спрашивает, а что бы ты хотел? И он отвечает, снега, Дед Мороз. У нас зимы бесснежные, и снега не было. Ну, на наше счастье, потом снег пошел. В общем, Дед Мороз, видно, пообещал ему снег. Да. То есть все-таки сжалился сам Дед Мороз и помог вам в вашей вот этой вот коалиции. На наше счастье он помог. Потому что вот одна из традиций нашей семьи еще, вот я как-то мы о них забыли немножко, после Нового года всегда же каникулы у детей, вот выходные у взрослых, и мы с детства с Володей любим кататься на коньках. Володя играл в хоккей в детстве, у нас есть коньки наши детские, на которых мы до сих пор катаемся. Но вот последние три зимы, к сожалению, кататься не на чем, потому что вот настолько теплые зимы, что лед даже на пруду не образуется. И вот эта традиция у нас как-то буксует немножко. А если говорить о новогоднем столе, есть ли какое-то блюдо, которое также из года в год готовите, может быть, всей семьей, может быть, распределяются как-то роли? Один режет оливье, второй запекает птицу или дичь. Отвечай на вопрос. Это гусь. У нас традиционно каждый новогодний гусь. Собственно говоря, гусей-то режут к Рождеству, к Новому году откармливают. Это чисто зимняя новогодняя птица. И покупаем мы его, ну, в принципе, только вот на Новый год, на Рождество. Есть ли место экспериментам или каждый год все равно традиционно? Именно традиционно это гусь с яблоками. По одному и тому же рецепту, вот сколько мы вместе живем, столько мы и делаем этого гостя. 33 года. 33 года. Вот будем делать 33-го гуся. Съедать. Я думаю, что этот гусь будет ничуть не хуже, чем предыдущие, а возможно даже лучше, потому что это же опыт, а в этом деле, мне кажется, это немаловажно. Каждый Новый год за вот таким вот прекрасным новогодним столом, как вы уже сказали, собирается вся семья. Ваш старший сын все-таки живет не с вами, не в этом городе, приезжает, радует родителей? Да, всегда приезжает. Всегда приезжает на Новый год домой, обязательно. Чем он занимается? Он же закончил институт. Технический вуз, специалист по обслуживанию автомобилей. Да. Он занимается обслуживанием, ремонтом автомобилей. Угу. То есть именно в Новый год все бросают свои дела, свою работу, которая получается у каждого из вас, продолжается и порой даже в течение новогодних каникул и встречаются за новогодним столом. Есть ли какие-то пожелания, которые вы друг другу говорите, опять-таки, каждый год, несмотря ни на что? Потому что традиционные слова, наверное, тоже важны. Ну, Кать, вот знаешь, я всегда раньше думала, вот пока была молодая, пока вот не наступили эти времена, я всегда думала, что вот пожелание здоровья – это как-то вот, ну, чисто банальность, чисто клише, но последние годы вот с возрастом уже начинаешь понимать, насколько это важно, когда вот наступили эти времена пандемии, естественно, каждый из нас
теперь сейчас понимают, что здоровье – это прежде всего, это самое важное пожелание. И обойтись без этого пожелания просто невозможно. Мы, конечно, всегда желаем друг другу за столом здоровья, счастья, всех благ всей семье. Что еще нужно? Вот это самое главное. А что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Ну, естественно, я хочу прежде всего всем пожелать здоровья. Я хочу, чтобы прошли трудные времена пандемии. Я хочу, чтобы мы научились с этим жить, потому что эта инфекция от нас никуда не уйдет. Она перейдет в разряд сезонных инфекций и будет с нами теперь навечно. Я хочу, чтобы мы поскорее все прошли иммунизацию против коронавирусной инфекции. Никто из нас не болел до такой степени, чтобы необходима была помощь реанимации, ИВЛ или даже стационара, чтобы мы переносили ее, как раньше переносили острую респираторную вирусную инфекцию. Вот. Но еще хочу пожелать всем побольше позитива, потому что все-таки в этом году как-то не получили мы столько позитива, как обычно. Вот я хочу, чтобы в следующем году он был другим, он был позитивным, он шел на подъем, чтобы люди вернулись к своей прежней жизни. Есть что добавить, Владимир? Ну, помимо того, что сказано, хотел бы пожелать в новом году хороших, верных друзей, а это очень важно и очень нужно, чтобы в момент, какой-то трудный момент, когда ты облокотился на плечо своего друга, он не убрал бы это плечо, а наоборот подставил. Это очень важно. Спасибо большое за такие теплые пожелания. Я очень рада, что наша программа обрела таких друзей в вашем лице. И хотелось бы пожелать вам продолжать сохранять все эти теплые традиции, о которых вы сегодня нам рассказали, потому что наверняка именно и они поддерживают тот позитив, о котором сказала Елена, и то чувство опоры, о котором сказали вы, в жизни. И очень хочется, чтобы они передавались из поколения в поколение и никогда не прерывались, чтобы через много-много лет ваши внуки, правнуки и так далее рассказывали уже на каком-нибудь другом телеканале или, возможно, в другой стране или планете, не знаем, до чего дойдет прогресс, о той традиции, что есть игрушки. На планете Земля. Так. Были на планете Земля игрушки, которые обозначали, символизировали желания, и эту традицию завели вы. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Вам спасибо. Милости просим в наш дом, приходите почаще. Спасибо большое. Вот так вот, дорогие телезрители, надеемся, что вы получили, во-первых, несколько полезных советов о том, как следует жить в следующем году. Мне кажется, что специалисты Роспотребнадзора, они станут нашими верными друзьями, точнее, продолжат ими быть, но лишь для того, чтобы нас консультировать. А мы возвращаемся в студию, и я передаю слово Алексею. Итак, уважаемые телезрители, открою секрет Полишинеля. Всех героев нашего сегодняшнего праздничного выпуска объединяет коронавирус, так или иначе. Впрочем, кого он из нас сегодня не объединяет перед лицом страшной пандемии? После медиков коронавирус, наверное, сильнее всего ударил по сфере образования. Но в КЧР нашлось немало ребят, которые, вопреки проблемам, вызванных пандемией, не только хорошо учились, но и общественную жизнь не забросили. Более того, добились в ней замечательных успехов на федеральном уровне. Один из них, Влад Бабич, если кто помнит это имя, не так давно сидел напротив нас с Катей в этой студии. А теперь, алаверды, наша программа отправляется к нему домой, чтобы в уютной домашней обстановке подвести итоги непростых 12 последних месяцев.
Вот так вот, несмотря на то, что этот год запомнился для школьников только дистанционкой, мы все-таки нашли одну звездочку образовательную, которая осветила нашу республику на просторах всей страны. И вот сегодня мы в гостях у Влада Бабича, у его мамы, у его большой дружной семьи. И, конечно, мы поговорим сегодня не только о конкурсе «Большая перемена», которую мы осветили в рамках всех, наверное, уже наших программ, но и о том, как в целом прошел этот год для такой дружной семьи. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, во-первых, что сегодня не вы у нас в гостях, а мы у вас в гостях, потому что, наверное, Новый год – это самый семейный праздник, и где, как не в такой обстановке, его встречать, его отмечать. Но в первую очередь хочется спросить, чем этот год для вас запомнился, и не омрачила ли все-таки главная тема 2020-го, этот коронавирус, весь ваш вот этот год уходящий? Ну, если честно, вообще коронавирус я как бы и не заметила. Угу. Того, что мы дома находились, потому что мы регулярно чем-то заняты, чем-то занимались, программами, конкурсами, вот, домашними делами, естественно, и поэтому... То есть освободила вот эта пандемия, вот этот режим самоизоляции, время для саморазвития? Да. Как... Правильно, да. Вот... Все-таки, если отходить от темы большой перемены, наверное, это был самый большой этап уходящего года. Сколько он занял? Напомни мне, пожалуйста. 9 месяцев. Полгода. С марта. С марта. В общем, у Влада 9 месяцев, для мамы полгода. И в общей сумме вот где-то, ну, 8 месяцев в среднем вы этим занимались. Да. Несмотря на такие границы возможностей, как-то этот год вообще, так сказать, запомнится на все время, будем его помнить. Много всего появилось в этой такой маленькой жизни, так сказать. Появилась, так сказать, возможность узнать что-то новое, потому что действительно это такой шанс саморазвиться. В самоизоляции. Да. А я хочу рассказать о таком конкурсе, который Влад умалчивал от всех. В июне месяце ему предложили участвовать в питерской программе «Бой мусору». Как раз-таки отходя от экологической, да, направленности проекта. Иоффе. Дмитрий Иоффе предложил ему. Да, он является директором, вот, основателем, организатором. В летом была такая программа «Бой мусору», где... Я принимал участие. Всего конкурс длился, получается, месяц, но узнал я о нем буквально через там... Две недели. 14 июня он начал. Угу. Суть конкурса была, чтобы он каждый день выходил и убирал мусор, и это все снимал на видео и предоставлял этот, ну, как... на конкурс, выставлял в этих сетях, и чтобы они видели и подсчитывали, сколько мусора он убрал. В итоге за оставшиеся полмесяца он убрал почти 5000 литров мусора. Да, по поселку. Да, по поселку. День за днем, в течение 14 дней. Вот так вот в день там по 500 литров, по 600, по 800. Да. А почему скрывал-то? Не знаю, ну особо, это наоборот, это как бы человеческий фактор, это... Ну, не хвастался, убрал. Убрал, и никого же не заставить, это дело лично каждого. Вот. Вот, Елена, когда мы разговаривали с Владом еще в рамках нашей такой студийной программы, и когда сегодня мы приехали и встретили всех ваших детей, вот вопрос, насколько... Сложно вот всю эту энергию отдавать действительно развитию детей, причем в столь разных направлениях, в таких разноплановых сферах. Я, вы знаете, мое, наверное, внутреннее я говорит, что я всю себя отдаю детям, и когда у них какое-то достижение, какая-то удача, какой-то там интересный момент, я так радуюсь. Наверное, для меня больше этого счастья нету. Я вот, наверное, ради этого и живу. Чтобы увидеть их улыбку, чтобы увидеть их какой-то там результат. А в этом году много было улыбок и результатов? Очень много.
Очень. Это в этом же конкурсе вот Дмитрий Офен в прямом эфире, когда объявляли конкурсы, ему лично прислали подарок. Вот стоит термос от «Чистых игр», перчатки и... Получается, да, перчатки и что? А футболку «Чистые игры» такая у него. Ну, в общем, такой мерч «Чистых игр», который теперь можно, в котором можно выходить в поселок, и все будут видеть, кто здесь чистоплотный супергерой. Ну, действительно, супергерой. Ему звание присвоили «Супергерой», у него и сертификат прислали «Супергерой», потому что, когда была жара под 40 градусов, и он шел убирать, и просил иногда или меня, или брата снять, потому что у него штатива не было, я уже потом купила, чтобы телефон держать. И это, конечно, было тяжело. А потом, когда уже более-менее стал придумывать какие-то идеи, я взял селфи-палку, примотал туда проволоки и сделал из селфи-палки штатива. Вот, и так снимаем. В общем, не только уже разбираемся с мусором, еще какие-то очумелые ручки включаются в действие. Это очень интересно, потому что, когда мы говорим о вот всех конкурсах, здесь больше, наверное, даже важна не столько суть того, что ты делаешь, сколько то, как ты это представишь, потому что, да, ты все равно это сделаешь, но какая картинка победит и какой подход к этому станет самым работающим, вот это интересно. Да, вот средний сын у меня, Никита, он танцует. Я говорю, я иногда, чтобы снять клип, вот до этого клипа мы несколько снимали, я в разных концы поселка ходила в 4 места, один к морю, один на Сычевую гору, подымалась вместе с ним, чтобы его заснять. Вот кадры. Вот тут, наверное, даже вопрос к Владу и к Никите, который сейчас малышом, к сожалению, занят. Насколько вот взаимодействие с мамой помогало весь вот этот год достигать таких результатов? Конечно же, это... Так сказать, без мамы ничего бы не случилось. Мама в большинстве, вот практически во всех конкурсах, там, во всех мероприятиях помогала. Просто почему я задаю этот вопрос? Зачастую кажется, что когда родители давят на ребенка, что участвую в этих конкурсах, а я со стороны понаблюдаю. Победил, молодец, не победил, ну что ж такое. А тут как раз-таки участие мамы в этих конкурсах очень заметное и очень работающее в итоге. Вот как с самого детства налажена была эта система? Да, вы знаете, наверное, существует такая пословица, очень древняя, но она очень мудрая. Как раньше говорили, нужно воспитывать ребенка и кнутом, и пряником. Я и могу строго сказать «нет», и это «нет» безоговорочно. Но у нас есть и свои плюсы. Я могу как вот 15 лет и понежить, и поцеловать, и посюсюкать. Вот. У нас есть с детства такая традиция в семье. Когда они были маленькие, и мы садились вечером фильм посмотреть, а им было 4-5 лет, они говорили: «Давайте посмотрим фильм по-семейному». Ну, уже взрослые сейчас, и вот бывает такой: «Мам, давай по-семейному». Это когда все вместе. Да, и вот у нас по-семейному, это значит, мы все вместе собираемся, все бросаем, берем, можем купить там чипсов, кириешек. Все, что нельзя в другие дни. Вредное, как они говорят: «Мам, купи вредное». Сесть и просто смотреть фильм. Ничего не делая. Влад и сам может всем накупить всего, чего хочет после победы в «Большой перемене». Но вот в прошлый раз, когда Влад был у нас в гостях, мы, конечно, говорили о сумме приза. Ну вот конец года, время подводить итоги. Куда вложите этот выигрыш все-таки? Ну, мы вообще изначально хотели на образование, но чтобы деньги не лежали просто на счете, мы решили вложить в жилье. Целее будут. Да, в недвижимость, а уже когда закончит 11 класс, там определимся. Либо сам будет поступать, либо понадобится использовать. Владу этот год запомнился участием вот в таких экологических акциях, в образовательных конкурсах. Чем Никита в этом году занимался? Какие, возможно, тоже акции, конкурсы происходили в его жизни, учитывая, что пандемия для
танцоров закрыла многие двери. Да, к сожалению, в этом году они никуда не выезжали, потому что вот в связи с этой пандемией. Но он занимался дома. Мы снимали видеоролики именно «Танцуй дома». «Танцуй со мной» под хэштегом выставлял в Инстаграм. Просто на праздники, чтобы людей порадовать, занимается. И вот осень наступила, открыли снова танцы, и он ездит, занимается вот по сей день. Вы раскрыли такой небольшой секрет, я не знаю, может быть, одну из особенностей семейного быта, что все костюмы вы шьете Никите сами. Да, я очень люблю шить. Одно из образований у меня модельер-закройщик. И я шью ему национальные костюмы сама. И даже маленькому сыну, самому младшему, тоже сшила национальный костюм и руссконародный. Вот, для фотосессии. Ну, так вот. И себе шью сама. К сожалению, я не могу им шить, мальчикам, потому что они мне в основном костюмы носят. Любят такое строгое. Я... Ну и тем более все равно свой вкус, такой возраст, и здесь нужно уже каждому подбирать под свой характер. Новогодние традиции в вашей семье – это важное такое словосочетание? Да. 1 декабря, только на календаре, у нас традиция сразу наряжать елку. Все. В преддверии Нового года. То есть неважно, какое настроение, да. Какой рабочий день. Да. Мы нарядили елку. Повесили две гирлянды, но, к сожалению, маленький у нас все разгрыз зубами. Ему было так интересно, что они мигают. Какие семейные традиции все-таки, может быть, из поколения в поколение, с детства передаются вами, своим сыновьям? Каждый Новый год у нас традиция, мы встречаем мой старший брат, моя семья у моих родителей. Неважно где. Чем мы заняты, какие мы больные, без настроения, мы идем к моей маме и папе и встречаем Новый год у них. Я хочу сказать, что моя мама – это, как сказать, лучик солнца, папа на любой звонок, на любой шаг. Если бы не они, наверное, бы не было столько бы возможностей у меня помогать моим детям, вкладывать в них, потому что это... Что вы помните о новогодних праздниках вашего детства? Что было самым лучшим подарком, самым лучшим моментом за новогодним столом? Самым лучшим подарком, впечатлением моей памяти было, что когда у нас родители елка стояла, подарки ложили под елку и говорили, там зайчик приходил и от Деда Мороза принес подарки. И мы бежали всей семьей, брат у меня брат и сестра, все смотреть подарки, на каждом было написано. И мне досталась кукла Мальвина, которая до сих пор у мамы стоит на память с детства. Ничего себе. Да. Влад, а вот ты что помнишь, может быть, с самого раннего детства, что тебе до сих пор запомнилось как самый прекрасный новогодний момент? Вообще таких моментов много. И еще так получается, что... Мы узнаем иногда, какие нас там ждут подарки. Ну и так, по случайности. По случайности. Был случай, когда я пришел со школы во втором или третьем классе, было преддверие Нового года. Я зашел в комнату и вижу игрушечный ноутбук, там где Тетрис, всякие игры. Я посмотрел, вот и подарочек. Потом мама пришла с работы, я говорю, смотри, что нам Дед Мороз, наверное, принес. Мама увидела, быстренько взяла, спрятала, и потом уже на Новый год под елкой я этот ноутбук нашел. Ну, то есть все ожидания вы оправдывали собственных детей, и вера в чудо, вот она была важным таким компонентом в воспитании? Очень. Например, В Деда Мороза до скольки лет верил? Не знаю, скорее всего, до лет 10-11. Но для современных детей это достаточно много. По сей день они мне говорят, дедушка Мороз, если придет, будет спрашивать, скажи, что я вот это хочу или там вот то хочу. Это уже манипуляция легкая, это я вам так, со стороны детей. Ну, если я увижу, говорю, я ему передам.
Вот такое вот, это знаете, как, когда одни делают вид, что не знают, что другие знают. Но это всегда работает, особенно когда мы говорим о новогодних. В моем возрасте моя мама до сих пор мне говорит, зайчик прибегал и спрашивал, ну, что ты хочешь к Новому году. И по сей день я, мам, ну, если вдруг зайчик будет пробегать мимо, там, скажи, что я вот это хочу. В общем, договариваемся через зайчиков. Новогодний стол, главное блюдо новогоднего стола, которое у вас в семье, ну, каждый год. Невозможно представить, чтобы накрывали и не было такого-то салата или такого-то блюда. Мясо. Угу. Ну, мальчики все-таки диктуют мясо, свои, да, условия. И никак не обойтись без таких салатов, как оливье, салат под шубой, винегрет. Ну, это, наверное, у каждого на столе есть. То есть вот эти вот традиции также сохраняете? Ну да, там какие-то новиночки готовим, но у нас в основном мясные блюда. У нас все мясоеды. Угу. Что вы ждете от наступающего 21-го года, который, дай бог, будет гораздо проще и менее нагнетающим, ну, чем год как уходящий? Сказать, загадывать, конечно, говорят, нельзя загадывать, но у нас в планах, Влад... Я очень хочу, чтобы получилось попасть на мартовскую программу в Сириус. Сочинская школа образовательная. Да, ему запрос прислали, подали, вот сейчас будем, ну, подает заявки, там поэтапно тоже. И Никита хочет в Большую перемену подать на заявку на направление «Твори». Угу. По стопам брата. По танцам, да, вот так. Ты уже сможешь поделиться опытом и помочь. Никогда не было мысли сколлаборироваться и создать какой-то проект с двух сторон? Вообще... Танцевать и убирать, убирать и танцевать. Вообще так как не идея. Думали, но сейчас вообще решается в России вопрос о тех, ну, кто победил в конкурсе «Большая перемена», тех должны как бы... из них сделайте учителей, наставников для, да, новых. Для тех, кто уже будет новых участников, то есть мы будем их обучать, подготавливать, вот, вести подготовку. Ну, если честно, Влад, получилось так, что первый год конкурс, и он как первопроходимец. Mm-hmm. То есть делали и, ну, как занимался наобум. Где получалось, где не получалось, где правильно, где неправильно, но в итоге... Получилось. Получилось. А теперь уже знаем. Будет подсказывать брату. Хочется, чтобы вы все-таки, как люди, которые сегодня в нашей программе так сложилось, представляете сферу образования, пожелали что-нибудь нашим юным телезрителям, их родителям, возможно, поделились какими-то секретами своего воспитания, а ты секретами своего послушания и учебы с нашими телезрителями. Во-первых, мне бы хотелось, чтобы дети пробовали себя везде. Если у ребенка не получается, никогда не огорчались и не говорили: «Вот, у тебя не получилось». Получится, даже то, что ты сделал, молодец, я всегда хвалю. Даже вот 1% я всегда хвалю, я как бы мотивирую, чтобы ребенок не опустил руки. Когда ребенок видит поддержку родителей и близких, ему легче, он не огорчается и добивается чего-то лучшего, чтобы показать, что вот он смог. Ладно, а что бы ты хотел пожелать своим сверстникам, их родителям, может быть, всем тем, кто хочет добиться таких же успехов, несмотря на то, сколько им сейчас лет? Ну, во-первых, не устану говорить то, что нужно верить в себя, и то, что нужно поставить цель и идти к ней. Еще бы хотел добавить то, что нужно не бояться пробовать себя везде, потому что бывали случаи, когда мне говорили: «Влад, вот ты везде», а потом случится так, что нигде у тебя не получится. Ну, все равно я мимо ушей и все равно продолжал что-то делать. Так что нужно пробовать себя везде и во всем, и, может быть, где-то что-то получится. Спасибо вам большое, что сегодня вы стали героями нашей новогодней программы, что впустили нас в свой дом прекрасный и полный дружбы, любви. Мы желаем вам, чтобы 2021 год был наполнен
не меньшим, а гораздо большим количеством успехов, чем этот. Ну и чтобы в школу уже наконец-таки начали ходить, уже соскучились за живым общением. Желаем вам этого. А вы держитесь. Спасибо. Всем позитива. Ну а нашим телезрителям хочется сказать, что эта наша часть программы была посвящена образованию. И 2020 год, наверное, стал такой платформой для саморазвития. Но это не значит, что 2021 год, 2022 и так далее должны быть менее результативными. И в этой части программы я желаю вам именно классных результатов и больших побед. И снова небольшой конферанс по поводу коронавируса. 2020 год со всей прямотой показал, что именно медики заслуживают чести считаться наиболее уважаемой частью любого общества. Одна беда. Начиная с апреля, мы большей частью показывали их в белых глухих скафандрах с масками на лице. Пришла пора поменять парадигму, и Катя отправляется к нашим врачам домой. Сказать им спасибо face-to-face. И сегодня, в преддверии Нового года, нас встречает семья медиков, дружная семья медиков. И, конечно, хочется поприветствовать вас. Добрый день. Вот, получается, глава семьи на сегодняшней нашей передаче. Это Рената Хаджимурзовна, которая в свое время возглавляла Северный госпиталь. На сегодняшний день является исполняющей обязанности главного врача инфекционной больницы. То есть нам действительно есть о чем поговорить, потому что этот год для вас точно уж был особенным. Особенным вдвойне, втройне или еще в более масштабном каком-то размере. Ну, конечно, сначала хочется познакомиться с членами вашей семьи, которые сегодня вот за таким прекрасным столом нас встречают. Добрый день. Сегодня я с самыми близкими людьми за этот год, я имею в виду, с которыми я провела, наверное, больше времени, чем с собственными детьми, с семьей. Конечно же, это моя младшая сестра, тоже врач, заведующая отделением профилактики городской поликлиники. И не побоюсь этого слова, моя другая сестра, я ее не сегодня так называю. Это мой друг, мой помощник, мое все на сегодняшний день в моем пребывании, ощущении себя как врача, потому что вы понимаете, что врач без преданного помощника, а в этом случае медсестры, не состоится никогда. И это медсестра, которая встала со мной бок о бок, когда мы были командированы в госпиталь Северный в первую волну в апреле месяце, и которая со мной бок о бок почти уже 20 лет, неразлучно мы с ней работаем в одном учреждении с первого дня моего пребывания и на сегодняшний день. Я этот момент очень ценю. Сестра, которая, узнав, что я зашла в госпиталь, вопреки всему, всем возражениям, которые были в ее адрес, все-таки зашла тоже, потому что там оказалась я, и встала со мной то же самое бок о бок. И именно о них сегодня я хочу чуть-чуть, наверное, больше сакцентировать. И о тех людях, которых каждого и поодиночке и каждого хотела бы, наверное, поименно, пофамильно каждого из них помню, сказать им огромное спасибо за их огромный труд, за их самоотверженность и колоссальное ощущение своей необходимости именно в защиту своего же народа.
от пандемии коронавируса, которая всколыхнула весь мир ровно год назад. То есть год назад, уже получается в начале 2020 года, который мы сегодня провожаем, уже началась эта эпопея. То есть для вас фраза «как Новый год встретишь, так его и проведешь» пророческая, была пророческой. Да. Но хочется узнать, у вас все-таки коронавирус действительно стал для вас какой-то вот этой вот белой нитью, которая проходила через весь 2020 год, которая изменила жизнь, которая на самом деле стала поворотным моментом в врачебной судьбе? Коронавирус, к сожалению, COVID-19 оказался не только белой нитью, которая прошла, к сожалению, зашла и прошла и вышла через каждую семью. Конечно, и врачебное сообщество поменялось обязательно, условия труда поменялись, условия жизни поменялись. Поэтому все поменялось совершенно в другую сторону. Если до коронавируса мы знали, завтра пойдем на работу, отработаем свои положенные часы и вернемся в семьи, с COVID-19 оказалось совсем все по-другому. Мы ушли и не знали, когда вернемся. Вспомните тот момент, когда вы впервые столкнулись с коронавирусом, когда вы впервые услышали вот это страшное на сегодняшний день слово, потому что слово COVID, слово коронавирус вначале у нас вызывало лишь усмешку, и все без исключения, мне кажется, посмеивались над Китаем, мы посмеивались над всеми этими сообщениями, не верили и уж точно не думали, что это дойдет до нас. Когда вы впервые столкнулись с вот этим явлением? О коронавирусе мы услышали, как и все, в 2019 году, в конце 2019 года, а вплотную с возможностью воочию увидеть COVID-19 мы столкнулись, сейчас я вам скажу, в первых числах января, прямо перед Новым годом, даже перед Новым годом это было, когда приехал студент с Ухань. И там было объявлено, что приехал, возможно, инфицированный с красной зоны. И я помню, со всеми абсолютно, так как коронавирус признан особо опасным вирусом, конечно же, там свои условия транспортировки, в плане защиты себя, то есть СИЗы, да, сейчас все знают, противочумные костюмы. Вот в таком состоянии была привезена вся его семья, он и члены его семьи, с которыми он контактировал, вплоть до человека, который привозил его с аэропорта до дома. И мы понимали, что он может быть, возможно, инфицирован COVID-19, был госпитализирован в инфекционную больницу. Первый подозреваемый по COVID-19 контактный, да, и все мероприятия на тот момент развернулись именно вокруг вот этого пациента, этих пациентов, их несколько человек было. И мы, честно говоря, отработали именно вот на этом случае все принципы, все этапы обследования COVID-пациента, возможного COVID-пациента. Потом уже, конечно, была первая волна. Но спустя полгода, то есть эти полгода вы жили, получается, в ожидании, или вы все-таки надеялись, что не дойдет? Нет, о том, что не дойдет, мы даже и не мечтали, потому что мы-то все понимали, что это РНК-вирус. Это вирус, который распространяется совершенно с воздушными потоками, и остановить его не представляется совершенно возможным. О том, что он не дойдет к нам, мы даже и не думали. Мы знали, что он дойдет, но мы хотели его встретить во всеоружии. Но там было очень много «но». Но, во-первых, потому что это особо опасный вирус, неизведанный совершенно. Да? Мы не знали, мы даже его в книжках не читали о существовании такого вируса. И самое ужасное, никто
из вирусологов, из инфекционистов, профессоров. Никто не знал, как к этому вирусу подойти и как его лечить. Все было совершенно на том уровне, что рекомендованы временные методички, рекомендации, которые, кстати, с апреля месяца вышло 9 обновлений по лечению COVID-19. Это говорило само за себя, потому что если есть заболевание, должно быть лечение. В этом случае было заболевание, но лечения как такового не было. Были абсолютно возможные к применению препараты. Конечно же, все приходилось уже решать индивидуально с каждым пациентом, подходить к лечению, уже зная, что такое пневмонии, что они бывают вирусные, бактериальные, вирусно-бактериальные, и как себя ведет этот COVID-19. Мы его просто изучаем до сих пор. Этот вирус не изучен, и даже спустя год практически после первого его объявления всему миру, мы не знаем, что все-таки является абсолютным показанием именно в плане лечения, какие препараты. Есть 9-я версия, есть клинические рекомендации, но они все, к сожалению, возможны к применению. Но ведь поворотным моментом этого года и поворотным моментом, можно сказать, вашей практики, вашей карьере, это стало открытие госпиталя, который вы на тот момент возглавили, в который вы пришли работать. И не просто в госпиталь, а в красную зону. Это все-таки совсем другая территория. Спустя вот какое-то время, полгода, да, после начала своей ковид-истории именно по госпиталю, и практически каждый день, отматывая ситуацию назад и просто думая, что и как на тот момент, я вам хочу сказать следующее. На тот момент, когда были командированы в госпиталь, начальником госпиталя, я хочу сегодня именно несколько фамилий озвучить, которых я очень уважаю и очень благодарна за их профессионализм. Нас было трое. Начальником госпиталя был Макаев Амин Хаджимуратович. Это главный врач Хабенской центральной больницы. Начальником медицинской службы была я. И со мной еще был заведующий реанимационным отделением. Это Хубиев Хазыр Умарович. Вот те, с которых началась история Северного госпиталя. Когда вас командировали, первая мысль, которая возникла в голове? Страх, ужас или готовность? Честно, я не испытала ни страха, ни ужаса, а была готовность. Я знала, что я пойду и пойду куда, в качестве кого. Я даже не спросила. Что это? Это внутреннее какое-то противостояние с самим собой, такой челлендж, который вы сами себе устраиваете? Или это действительно следование каким-то правилам врача, да, клятва Гиппократа, которую мы слышим, и так далее, и так далее? Вот почему? Почему была такая уверенность в том, что вы пойдете и что вы сможете? Я вам скажу. На тот момент я лично не думала ни о чем, кроме того. Я инфекционист с 20-летним стажем. Это вызов всему врачебному сообществу, а более всего это инфекционистам, потому что все-таки оно относится к особо опасным инфекционным заболеваниям. И я понимала, если я откажусь, то кто? Кто, если не я, пойдет, да. А почему я откажусь, а другой скажет, да. А почему я? Вы знаете, в первую волну для того, чтобы собрать коллектив, было очень тяжело. Доктора многие не хотели идти. Это не то, что сейчас, зная все-таки клинику, эпидемиологию, да, сейчас об этом вирусе что-то известно, и желающих на сегодняшний день попасть в ковид-госпитале множество.
тогда вы не поверите, их, чтобы собрать именно желающих пойти и поработать с неизвестным вирусом, было очень-очень, к сожалению, мало. Я не могу этого не спросить, но все-таки какова была ваша реакция, когда вы узнали, что вот ваша сестра, что Рената собралась идти в госпиталь, или это все принималось одновременно у всех членов семьи? Я помню ее ночной звонок, 11, даже 12 часов ночи. Она говорит: все, я иду в госпиталь. Я с просонья не поняла, какой госпиталь, куда, что случилось. Она говорит: я ухожу туда. Я такая, я говорю: хорошо. Сказала: присмотри за моими тремя. Присмотри, если, говорит, со мной что-то случится, ты, говорит, забери их себе. Ну, потому что это сейчас мы вспоминаем, думаем, ну, ковид, мы уже привыкли с ним жить. А тогда мы его не знали совершенно, мы не знали, чего от него ожидать. Я говорю, у меня аж слезы на глазах наворачиваются, потому что я тут вспомнила ту ночь страшную для меня. Мне было очень тягостно ее отпускать. Я говорю: хорошо, не переживай. А я думаю про себя. Ладно, думаю, иди, я вслед за тобой. Потом на следующее утро, это было уже 1 мая, мир труд май, я говорю: я иду к тебе, я собрала чемодан. Ты-то поздравила с праздником, сестра. И мы маме звоним и говорим: мам, вот так и так. Мама ни слова не сказала, она у нас медик, с 25-летним стажем, естественно. Она очень любит медицину, посвятила саму себя всей работе своей. Она ни слова не сказала, не говорит мне: не ходите, зачем вам это надо. Нет, для нее первостепенно это было всегда помощь, оказание помощи нуждающимся. Она говорит: хорошо, вы вдвоем? Да. Если вы вдвоем, говорит, хорошо, присматривайте друг за дружкой. И все, я собрала чемоданы. У меня тут супруг: ты, говорит, куда? Я говорю: в госпиталь. Ну такая, как будто я за хлебом вышла, и все. Ни слова не сказал. Ты, говорит, уверена? Я говорю: да. Тебе это надо? Я говорю: очень. Там, говорю, моя сестра: хорошо, береги себя и иди работай. Ну, вот так я вышла. И первая моя смена, это было 1 мая, как полагается. Я зашла туда. Конечно, это было очень тяжело, во-первых, морально, потому что мы не знали, куда идем, с чем нам придется бороться. Шаг в неизвестность. Шаг в неизвестность было. Мы ни минуты не задумывались, что мы туда не пойдем. Перед нами, как вы говорите, стояло два вопроса: кто, если не я, и почему не я. Все. Зов души, зов сердца, это сейчас не красные слова, ни о чем, просто мы хотели помочь всем тем, что мы можем делать. Это было для нас, как бы, и даже такой храбрости, наверное, мы от себя даже и не ожидали, честно говоря. Мы не задумываясь, насколько это страшно в эту бездну ступить, но мы пошли и, как видите, я думаю, неплохо справились. Что касается первого дня, я через полчаса, я уже хотела вот это все с себя снять, потому что это было настолько физически тяжело. Я уже не говорю морально, когда мы видели вот этих первых пациентов, помнишь их? Их глаза полны ужаса, страха, они не понимали, куда они попали, почему перед ними люди в таких костюмах, они не похожи на обычных больных, мы не похожи на обычных врачей. Какой космос, на какую планету их занесли. И они потом видели, что мы стараемся, что им становится лучше от наших стараний, они уже привыкали. И в конце концов мы лучшими друзьями с ними расставались. Потому да. что на самом деле, вот сейчас вспоминая, это очень тяжело. В такую жару, в этих абсолютно противочумных костюмах, я даже сейчас говорю, мне уже... просто-напросто передергивает. Да? Буквально недавно я ездила на консультацию в госпиталь. Честно, я когда начала просто одевать противочумный костюм, я поймала себя на мысли, что у меня-то тахикардия, что у меня какой-то ужас перед этим костюмом. Потому что кто бы как бы ни хорохорился, кто бы как бы из медиков не говорил, да что там, нет, они кривят душой, почему? Потому что не могут себе позволить совершенно каких-то слабостей. Слабости наступают потом, когда ты уже
На сегодняшний день, пока у тебя передышка, да, пока ты не в красной зоне, но мы-то понимаем, что вот наша передышка это совершенно сейчас коротенькая, потому что перед нами тоже станет красная зона буквально неделю-две, и мы опять вернемся в красную зону. Вот хотелось бы спросить еще о командном духе. Вот вы сказали, что вы с Фатимой 20 лет вместе бок о бок работаете. Насколько поменял вот этот момент, когда Рената Хаджимурзовна пошла первая в госпиталь, когда вы, получается, следом за ней присоединились к этой команде врачей? Как это поменяло ваши дружеские и товарищеские отношения? Потому что наверняка это был как раз-таки тот момент, когда друг познается в беде. Ничего не поменялось. Я также ее люблю и уважаю. Если она сейчас скажет, пойдем, я пойду за ней. Всегда. Она лежит в больнице у нас в госпитале. Утром прихожу и вижу, что у нее капельница. Начинаю реветь я. Это тот момент, когда вы сами заболели. Когда она заболела, утром пришла, она лежит, увидев ее под этой капельницей, что у нее катетер стоит. У меня навратились слезы. Начала реветь, я не знаю как, и выскакиваю оттуда. Только успокаиваюсь, захожу. Говорят, что медики признаются, что самое худшее в жизни – это лечить родственников и медиков. Вот у вас получается, у вас, да, получается, что в одних и тех же людях сошлись вот эти два качества – и медик, и родственник. Вот каково вам было, получается, лечить друг друга, потому что вы все переболели коронавирусом, вы все прошли через это заболевание, через этот вирус. Вот каково было действительно лечить или старались отдать это на попечение других коллег? Маленький эпизод из нашей врачебной жизни, когда переболели... В тот момент, когда мы оказались с сестрой именно в отделении, которую я подготовила на тот момент, именно отделение для медиков, потому что вначале было понятно, что первая группа риска по заражению COVID-19 – это медики. Да? Угу. И когда все-таки обустраивали Северный госпиталь, одно отделение было оставлено именно для медиков. Для того, чтобы все-таки, это оказалось правильным решением, совершенно объясню почему. Медики, которые находились на тот момент, болели сами, но несмотря на то, что они болели, они еще умудрялись лечить пациентов. Это как, это называется, бита-не-битого везет, да? В этом плане, в этой ситуации оказалось, что медик бегом-бегом сам себе назначение делает. Потом бежит в отделение и назначение делает там. Ситуация лечь и полежать, и просто-напросто полечиться от COVID-19, к сожалению, это была сказка. Невозможно было. Со мной на тот момент в отделении оказались. И на тот момент мой заведующий реанимации, с которым вы общались, да, который опыт лишь реаниматолог, конечно. Оказалось, речь о Шамиле Шамане. Конечно, да. И его бригада, да, с которым контакт, потому что реанимация – это самый очаг инфекции, где концентрация вируса очень высокая, где делаются манипуляции, интубирование, инвазия, не инвазия, это уже не важно, но там идет абсолютная репликация вируса. Поэтому лечили друг друга, поддерживали друг друга, а потом неслись на этажи. Они бегали в белых халатах, лечили остальных. Да. Но я вам скажу следующее. Непослушные пациенты, получается. Ужасно. Непослушные оказались, да, потому что... В масках, в халатах бегали к больным. Выбора кадрового состава не было. Желающих на тот момент пойти было, к сожалению, очень-очень мало. Сегодня, чтобы вот далеко от этой темы не уходить, к сожалению, мы видим и в социальных сетях, и слышим зачастую, когда люди, ну, говорят, что ну,
они все идут ради денег. Заработать – это хороший способ заработка. Мы все знаем, что медики во разные времена получали разные зарплаты, и не всегда они были очень высоки, и что такой бонус денежный – это не столько стимул в целом туда прийти, это единственный повод, единственная причина, по которой приходят в красную зону, работать в красную зону. Что вы думаете об этом? Потому что мы не можем об этом не сказать. Потому что, к сожалению, год хоть и заканчивается все еще под эгидой коронавируса, под эгидой COVID-19, но отношение к этому уже поменялось. Я вам скажу следующее. Я никогда не поверю, что во главе угла стоит заработная плата именно на сегодняшний день, эти выплаты по COVID-19. Вы посмотрите, что сколько умерших и погибших медиков, врачей. Я не думаю, что эти выплаты соизмеримы на сегодняшний день с тем фактом работы в ковид-отделении и с той нагрузкой. Это абсолютно несоизмеримое, в моем понимании. Может кто-то думать, что этого вполне достаточно, что это какие-то огромные деньги для того, чтобы рисковать идти только лишь для того, чтобы заработать деньги. Я уверена, что туда все-таки пошли люди, у которых во главе угла не встали деньги. Для понимания хотелось бы... Знаете, для иллюстрации, может быть, всей этой ситуации, хотелось бы у вас узнать, сколько у вас детей. Потому что на всех троих, возможно, или у каждой по отдельности. Потому что мне кажется, что это очень важный момент для того, чтобы мы понимали, насколько это несоизмеримо плата и опасность. У меня трое. Две дочери и сын, которые... У меня сын маленький еще и... для которого до сегодняшний день это травма психологическая. Что именно? В том, что мама ушла и пропала. Был случай, когда мой сын просто ушел искать меня. Его просто нашли. Потому что мама-то не возвращалась. Мы же не возвращались в семьи. Мы жили совершенно обособленно для того, чтобы не перенести этот вирус. Я сейчас говорю о том, о майских, да, наших... работах в госпиталях, мы не возвращались домой, и просто-напросто ребенок, не поверив, что мама жива и мама работает, ушел из дома меня искать, и слава Аллаху, что его вовремя спохватились и нашли. Он просто-напросто, ребенок был травмирован тем, что мамы больше нет, а вы мне вот все врете, покажите мне ее. Когда я об этом узнала, я, конечно, мне уже никаких стопов не было, меня никто бы не смог бы остановить. Я села и уехала домой для того, чтобы ребенок просто увидел меня издалека. Я сама очень сильно боялась, что я могу понести на себе. Я могла быть инфицирована на тот момент, да, инкубационный период, когда проявлений нету, клиники никакой. И, знаете, я когда поехала... Ворота открыли, и просто я издалека стою, а они втроем стоят во дворе, и я им помахала, показала, что и сын бежит ко мне, и я убегаю от него. Не дай бог, чтобы он приблизился. Социальную дистанцию, в общем, держим, и он в какой-то момент на мой крик «Стой!» он остановился, говорит: «Дюнечка, нельзя ко мне подходить». Так и так, он так на меня внимал, ему 7 лет, и он так внимательно на меня посмотрел, подбежал и обнял, и сказал: «Мама, мне все равно». И вот эта психологическая травма, которую ты наносишь ребенку своему, которую ты испытываешь каждый день, каждую ночь, находясь вдали от семьи, думаете, стоит вот этих выплат, которые выплачивать сейчас, да никогда в жизни. Это несоизмеримые совершенно выплаты, и если кто-то считает, что это так, к сожалению, я его могу пожалеть. Почему? Потому что на одном
стоит уровень твоя семья благополучия, семьи и твое, а на другом деньги, совершенно разные весы. У вас тоже не маленькие семьи, как я понимаю. Расскажите, пожалуйста, о том, кто является членами вашей семьи, о детках. У меня один ребенок, ему 11 лет. Вот они тоже там приезжали, смотрели на меня издалека. Мы тогда тоже вот жили как бы в изоляции. Они там что-то, если принесли, они ставили вот так далеко свою посылочку. Я говорю, не подходи, из машины не выходи. У меня была истерика, когда они на расстоянии ближе 2 метров ко мне появлялись. Я говорю, руки в карман убери, чтобы тебя не было соблазна обнять меня. Он все понимает у меня, ну, такой он. Говорит, мам, я все понимаю, у тебя все хорошо, хорошо. И вот достаточно было просто посмотреть на них. Хотелось, конечно, обнять, хотелось домой, хотелось там приготовить его любимую еду, его любимую пиццу. Ну, я говорю, потерпи, я скоро дома буду. И это скоро затянулось на несколько месяцев. Ну, как вы переживали расставание с семьей? У меня 3 сына, они взрослые. Старший врач, психиатр, нарколог. Второй тоже на 2-м курсе медицинского института. 3-й в школе, 7-м классе, футболист. Ну, все. Судя по всему, пока что. Да, не знаю, что потом будет, я не знаю. Но точно так же звонили, приезжали. Мама, вернись, нам не нужны деньги, ничего не надо, возвращайся. Лучше ты с нами побудь, чем там. Получили, что мы до конца работали. Наш папа умер именно в феврале, 28 февраля. Мы потеряли отца. И не прошло практически 2 месяца. Мы ушли, оставив все-таки маму, к сожалению, со своей болью. Мы ее не могли поддержать. И для нее это, кстати, было очень болезненно, что с нами может что-то случиться. До последнего это было не восприятие того, что мы ушли. Она, то есть, с одной стороны, понимание, но внутренне по-человечески она нет. Она не хотела категорически сейчас могу. Я знаю, что эту передачу она будет, да, смотреть. И мы хотим сказать, что мы ее очень сильно любим. Просто другого... У нас не было выбора. Да. Я не смогла бы себе позволить, будучи инфекционистом, врачом, отсиживаться за спиной кого-то другого. И это было неизбежно, что я зайду. Сейчас... А с другой стороны, возможно, это как раз и было плодами воспитания родителей, которые сами, ну, мама сама медик, да, и которая наверняка вам... внушала вот она это чувство. Ни минуты, ни дня она не отговаривала, когда звонила. Она просто говорила, ну, будьте осторожны, все, как у вас дела. Она выучила наш график, когда мы ночью уходим, днем возвращаемся. И если мы от этого графика отбивались на полчаса, все, мама по всем родственникам, по всем знакомым, все они вам звонили, звонили. Мы знали, что мама сильно переживает. И старались первой, как добирались до телефона, это набрать ей. Маму, все нормально, мы вернулись со смены, все хорошо. Никогда она не говорила, возвращайтесь, мне плохо, идите. Нет, просто, вы знаете, когда мы вышли из госпиталя, когда мы уже вернулись домой, когда я ее увидела, она расплакалась, и она, честное слово, постарела лет на 10, наверное, вот за этот период. Я когда ее увидела, обняла, она говорит, больше, говорит, меня не оставлять, не ходите, говорит, поклянитесь, что вы никуда уже не уйдете, говорит, от меня, просто... А пока мы там были, ни слова она не говорила о нашем возвращении. Она всегда спрашивала, как дела, как работа, все ли у вас хорошо, насколько ей тяжело и больно, и насколько она переживает. Ни минуты она нам не давала, чтобы мы тоже переживали за нее. О том, что мы переболели, она узнала совершенно других людей. Да, не одна. К сожалению, это просто-напросто оказалась наша одна сельчанка. Да. С Хабеза, которая просто-напросто сказала, да, дочечки ваши молодцы, они сами бедненькие болели, еще и лечили, и мама моя в шоке сидит, как в смысле болели.
А как это? Они же еще вот тогда, и мама на нас смотрит, и мы понимаем, что мы пропали. Как только она уйдет, мы получим свое заслуженное, да? Но одно дело, когда волнуются родители, потому что родители волнуются всегда, вне зависимости от того, вышли мы просто за хлебом или пошли сами рисковать своей жизнью. А совсем другое дело, это то испытание, которому подвергаются семейные отношения, потому что, во-первых, разлука, во-вторых, распределение даже вот домашних элементарных обязанностей, и когда у семьи вот на долгое время уходит женщина, тем более на работу, рискуя жизнью, как это воспринимается супругами? Честно говоря, вплоть до того, что ультиматумы выставлялись, вот пойдете. У всех, да, я понимаю, примерно одинаковая история. Это песня одинаковая у нас у всех, потому что было жесткое условие. Не послушаетесь, пойдете, можете не возвращаться. Зачем? Сидите дома, воспитывайте детей. Чего вам надо-то там, в этом госпитале, да? Но и было-то понятно, что не возвращаться-то не вариант. Это, конечно, сказано в сердцах. А потом, как оказалось, они очень сильно поддержали, помогли. Вот я, Жанна, Фатима, ни одной секунды не переживали за то, что у нас дома, что у нас детки остались, да, почему, что они как-то недокормлены. Угу. Не было совершенно, наоборот. Спокойно. Я когда вышла с госпиталя, приехала, у меня детки упитанные такие, все. И я говорю, слушай, а что ты с ними сделал? Че ты их кормил? Оказывается, наш папа кормил первое, второе, третье. И это все было по часам расписано. Точно так же и у них. В общем, армию устроили. Кстати, маленький секрет скажу. Муж Фатимы закрутил компоты, винограды, яблоки, огурцы. Это человек, который совершенно не приспособлен к этому всему, но он хотел приятно совершенно сделать своей половинке, которые борются. А да. Мы просто чуть-чуть поменялись местами со своими сильными половинками. Мы оказались на передовой, а не в тылу. 2020 год стал испытанием для вас, как для врачей, как для медиков, для вас, как для матерей, как для дочерей и как для жен. Да. То есть со всех фронтов вы подвергались испытаниями, которые были связаны только с одним словом – ковид. Но, знаете, на протяжении всего этого времени, даже в нашей программе, мы часто говорим о том, что нужно искать что-то хорошее даже в этой пандемии. Хотя это непросто, но она нас многому научила, как минимум. Вот то, что вы встречаете Новый год сегодня дома, то, что вы не на передовой, то, что все-таки Новый год стал вдвойне, втройне семейным праздником, вы, наверное, как никогда ощутили это явление. Вот расскажите о том, с каким настроением вы приходите к этому празднику. В первую очередь с надеждой мы приходим в этот Новый год. Надеемся все-таки, что все-таки эта пандемия закончится. Она должна закончиться так же неожиданно, как и пришла, по крайней мере, мы надеемся на это. Но ситуация с COVID-19 все-таки укрепила в людях и показала, что все не столь важно в этой жизни, кроме как семья, твое мировоззрение. Мы сильно разбалованы были. Нужно думать в первую очередь о том, чтобы не нанести ущерб, удар своему, вот, который сидит рядом с тобой. Защищать надо и себя, и своего человека, который рядом. Сказано в масках ходить, не хоть до красного словца, да? Сказано в перчаточках ходить, значит, надо как-то вот себя заставлять и понимать, что это надо. Медикам не легко, поверьте нам, стоять, ходить, лечить. В масках и перчатках вам тяжело.
А медики ходят, вы видели сами, в чем, да? Месяцами, не видя нормально свои семьи, которые просто-напросто сейчас в горячей точке находятся. И благодаря, кстати, нашим коллегам мы сегодня можем чуть-чуть расслабиться и посидеть дома. Завтра мы их сменим, и они завтра посидят у себя дома. Вот эта поддержка коллегиальная должна быть абсолютно однозначно точно. Новый год – это такая пора, когда мы не только вспоминаем о том, как прошел год уходящий, не только строим планы на год грядущий, но и придерживаемся всех традиций, которые в семьях, в любой семье есть, да, которые передаются иногда из поколения в поколение, иногда рождаются заново и обретают какой-то совсем иной смысл. Новогодняя кухня – это вообще отдельная такая страница в жизни каждого человека, который отмечает этот прекрасный праздник. Вот хочется у вас узнать, главные традиции семьи, главные блюда, которые на стол в новогоднюю ночь встанут, потому что это действительно то, без чего россиянин ни один точно не представляет своей жизни. Вот я с детства помню, что наш папа всегда, где бы ни был, он был руководителем большого, в принципе, ресторанного бизнеса, да, и вы понимаете, что эти люди всегда, всегда в движении, их, они всегда востребованы, их никогда не бывает дома. Ну и Новый год это точно рабочий день. Мы папу видели или рано утром, если нам повезло проснуться рано, да, или поздно вечером, если мы еще не легли. Но наш папа всегда свой отпуск уделял только нам. А Новый год для нас с его подачи был всегда особенный. Это только дома. Не дай бог, чтобы мы пошли к бабушке, к дедушке. 31-го это только дома. Фатим, вот все-таки у ваших сестер, у ваших коллег такие общие воспоминания на двоих. У вас вот какие тоже традиции передавались? Я запомнила вот это, что моя мама всегда жарила лакомы. Горячие до 12 часам. Вот и прям вот это, за 15 да, минут до ночи. Вот горячие, чтоб стояли. И вот этот компот абрикосовый. Я на всю жизнь вот это запомнила. Она вот либо же и вот это лакум горячим, ведь всегда ставила на стол. На вашем новогоднем столе абрикосовый компот присутствует? Нет. Сейчас же дети же такие, что пьют только сок. Но знаете, учитывая, какой у вас супруг и что он научился закрутки делать, то в следующем году может быть и он. Компот может и заказать надо будет. Я это запомнила вот навсегда. Вот это перед глазами всегда. Как елку вижу, вот этот стол вижу всегда. А какое у вас коронное блюдо, которое было, может быть, в детстве и до сих пор присутствует на вашем новогоднем столе? Обязательно индюшка. Да. Обязательно. Вот мы его можем и не любить, и не есть, но она должна стоять. Большой, красивый, сваренный обязательно индюк должен быть на столе. Ну и еще корона оливье, куда без него. Это, мне кажется, оливье – это заслуженный салат всех абсолютно людей. И гусь. Поэтому новогодний стол, он чем хорош? Он хорош тем, что ты ожидаешь волшебства. Знаете, хотелось бы в первую очередь вас поблагодарить. Поблагодарить за такой шикарный прием, поблагодарить за такой откровенный разговор, который, признаться, которого я не ожидала, потому что для нас, людей, которые не сталкиваются часто с медиками, вы остаетесь загадкой. Спасибо большое, что приоткрыли для нас вот эту завесу тайны. И самое главное, спасибо вам за то, что, несмотря на то, что Новый год, несмотря на то, что будут еще множество праздников, это никак не станет вам препятствием для выполнения вашего долга. Я хочу поздравить вас с Новым годом и пожелать вам самое главное здоровья, потому что от вашего здоровья
как бы это ни было эгоистично, но зависит здоровье каждого из нас. И вы уж держитесь, потому что, как вы сами сказали, кто, если не вы? Я думаю, что наши дорогие телезрители сегодня смогли понять, что Новый год для всех одинаков. Несмотря на то, у кого какой был этот год. У кого-то сложнее, у кого-то может быть проще. Но все мы в Новый год превращаемся вот в таких детей, которые ждут шоколадных наборов под елкой и верят в то, что Дед Мороз зайдет. Я передаю слово в студию и напоминаю вам, что сегодняшняя даже наша программа наполнена вот такими чудесами. Спасибо. В конце программы об искусстве. Для него в 2020-м тоже настали непростые времена. Коронавирус украл у артистов зрителя. И чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие традиционного новогоднего концерта звезд на главной площади в Черкесске, который, к слову, обычно шел на нашем телеканале в прямом эфире, мы приглашаем вас к звезде домой. Катя, твой выход. «2020 год, безусловно, был тяжелым для людей искусства. Вначале поставлены на стоп были все культурно-массовые мероприятия, потом закрылись рестораны, клубы, в общем, все те места, где люди искусства и культуры могли хоть как-то подработать. И в конце года запрет на проведение корпоративов. Но, несмотря на это, в нашей республике все-таки происходили яркие и запоминающиеся культурные события. Ну, если говорить о республике, то, конечно, их было мало, но людей искусства поприбавилось, и они успели прославить Карачаево-Черкесию на всю страну. Одним из таких людей стала Марьяна Алботова, которая приняла участие в традиционном всероссийском конкурсе «Новая звезда». Привет, Марьяна. Привет, Катя. Очень рада видеть тебя. Я думаю, что ни для кого из наших телезрителей не секрет, что ты уже давний друг нашей программы и меня лично, поэтому я рада, что в канун Нового года мы смогли вот так вот увидеться. Взаимно. Очень рада тебя видеть, Катюш. Да, действительно, мы долгое время уже с вами и сотрудничаем, и дружим, поэтому каждый раз очень приятно видеть. Не устану напоминать, что голос Архиза-24, а точнее его гимна, это именно голос Марьяны. Хочется, конечно, начать наш разговор с такого традиционного в преддверии праздника вопроса, это как прошел твой год? Он был тяжелым для всех, но как он отразился на твоей жизни? Да, действительно, Кать, 2020 год сложился очень таким тяжелым. Я считаю, что все-таки это не просто слова, которые говорят уже многие, что это такой один из самых тяжелейших годов за всю историю, считай, там, человечество. Да, столетия, можно сказать, как минимум, как бы, вот. Ну, хотя бы после Великой Отечественной войны, я думаю, такого стресса мир не испытывал, особенно говоря о ситуации, об пандемии и об этой всей обстановке. И, конечно же, было очень много тяжелых событий, даже в моей жизни, связанные с моей семьей, но несмотря на какие-то такие моменты, все-таки были какие-то яркие и запоминающиеся события, которые держали нас, ну, по крайней мере, в каком-то позитивном ключе. В середине этого года ты узнала, что будешь представлять нашу республику на всероссийском конкурсе. Каждый год это действительно яркие выступления, яркие исполнения, яркие песни и, конечно, яркие личности. Вот какими эмоциями ты была наполнена, когда узнала, что наряду со своими друзьями, коллегами ты теперь войдешь в число этих артистов? Мне было действительно очень приятно, когда мне позвонили с редакции и сообщили о том, что я буду представлять республику, они выбрали меня, и как бы я участвую в конкурсе «Новая звезда».
Как выбирали? Это были представители от республики, которых в качестве кандидатов отсылали, или редакция программы сама искала таких самородков? Были и такие варианты, и такие варианты. То есть они проводили онлайн-кастинг, нужно было отправить несколько видео к ним по адресу, и уже они рассматривали все эти заявки и выбирали. Из каких-то республик они выбирали сами. Ну, может быть, кого-то увидели в интернете, им понравился там участник, ну, точнее, исполнитель. Да, история Джастина Бибера. Да, ну да, да, вроде того. Да, и, в общем, мне позвонили с редакции, обрадовали, что вы будете представлять республику. Конечно, это очень огромная ответственность, большая честь для меня, что я не просто как единица выступаю на конкурсе, а буду представлять именно свой край, свою республику. Какие мысли сразу появились в голове? Это просто радость, гордость, какой-то восторг или сразу так, какую песню спеть, что надеть? Ну вот ты меня хорошо знаешь. Ну вот, конечно, да, ты же знаешь, что я начинаю сразу продумывать свой план действий, как же будем мы дальше, что же будем делать, что мы будем петь, так, нужно все, в общем, представить, продумать так, чтобы это было максимально красиво, интересно, и как бы республика выглядела в моем лице достойно и в то же время ярко. Вот. И уже в дальнейшем мы начали созваниваться, работать с редакторами и выбирать подбор материала пошел у нас, выбирать песню. Вот. Что именно я исполняю на конкурсе, я сказать не могу, так как эфира еще не было и эту информацию разглашать нельзя. Вот. Но я могу сказать одно, что этот номер, который мы представили, то есть я представила на конкурсе, очень удивит республику и, ну, я надеюсь, что порадует. Вот. Ну, такая хотя, интрига небольшая. Хотя бы приоткрой вот завесу тайны, на каком языке хотя бы будет эта песня? Не могу, честно. То есть вот сюрпризом, да, все, пусть все, да, это как бы просто это условие конкурса, что мы не имеем права даже разглашать свой наряд, в котором мы будем выступать. Поэтому хотела бы сказать зрителям, чтобы они набрались терпения и обязательно ждали выпусков и болели за меня. Мне очень нужна будет ваша поддержка и ваша любовь. Кто-нибудь из друзей, из родных поехал вместе с тобой? Вот те люди, которые сидят с плакатами, с надписью «Марьяна, мы с тобой, лучшая» и так далее. Нет, так получилось, что в условиях пандемии, конечно, ну, мы не стали рисковать, я не стала брать с собой кого-то в сопровождении, потому что очень сложная ситуация, и мы решили, что я полечу одна, и мне так будет легче от того, что я не буду чувствовать груз ответственности за другого человека. Ну, как бы, это было более разумно, скажем так. После того, как ты приняла участие в отборочном туре, ты вернулась в республику. Насколько знаю я, насколько знает, ну, общественность, во время проведения этого отборочного тура все-таки пандемия, скажем так, зацепила нескольких людей, которые участвовали в проведении, в подготовке конкурса. Застала ли тебя эта болезнь врасплох? По прилету с Москвы я поняла, что, оказывается, я тоже заболела. В общем, ты почувствовала, да, или сделала тест? Я уже начала понимать, ну, уже когда я потеряла вкус и запах, но мне стало уже очень плохо. Вначале, ну, я думала, что это обычная простуда, потому что симптомы были такие, как бы. Я все надеялась, что не корона, но так получилось, что когда я уже прилетела через несколько дней, я уже начала терять вкус, запах, и уже, ну, мне стало гораздо хуже, и я уже просто понимала, что, ну, это 100% коронавирус. Мы поехали, сдали анализы, и к вечеру мне стало жутко плохо,
И уже сомнений у меня, конечно, не было, что это был вирус. На следующий же день все подтвердилось, и там началась ад. Эпопея. Да, на самом деле, да, я очень тяжело переболела, честно говоря. Я понимала, что с моим таким хиленьким иммунитетом и таким слабеньким организмом я буду болеть не очень-то благополучно, но я, честно говоря, не думала, что это настолько будет страшно, и я уже думала, что как бы я могу уже даже не остаться. Ну, как-то, слава Богу, этот момент, этот год и это событие 2020 года, два события, которые яркие сами по себе, одно с положительной стороны, другое с отрицательной, какими-то переломными в твоей жизни? Да, конечно, после... то есть первое событие, конкурс, сам по себе конкурс, оставил очень яркие впечатления. Это такой был контраст, конечно, вначале все было великолепно. Я познакомилась с таким количеством замечательных, интересных и талантливых ребят, о которых даже не слышала. Со всей страны. Со всей страны, действительно. Там были такие самородки, которые играли там на своих инструментах, исполняли какую-то там свою этническую музыку, представляли свою республику именно в таком вот плане. Было очень много интересных вокалистов. Мы сдружились практически там все. Это было очень весело, очень интересно, увлекательно. И я очень благодарна проекту за то, что вот я приняла участие, и это было таким большим ярким событием в моей жизни. Эмоции переполняли, конечно, и я была просто счастливее всех. Ну, как и мы, в принципе, все участники. Но, конечно, по прилету картина резко поменялась, и, не знаю, после вот этой болезни и после всего, что как бы пришлось пережить вместе с ней, конечно, ракурс очень сильно меняется, и ты перестаешь обращать внимание на какие-то мелочи, и ты понимаешь, что в жизни важнее, чем твоя жизнь и твое здоровье. Все остальное это просто, как бы мелочи, действительно. Потому что мы в суете большого города, небольшого даже города, скажем, в суете жизни мы забываем о том, что есть такие важные моменты, как здоровье. И в этом беге бесконечном мы можем просто закрывать глаза на многие вещи, но я поняла, что действительно без здоровья ты ничего не успеешь, ты ничего не сделаешь, ты ничего не добьешься. Поэтому, ребята, мойте руки, сидите дома, читайте книжечки, наслаждайтесь жизнью. Тем более впереди столько выходных. Да, на самом деле, вот я хочу сказать, что кто-то, может быть, и переносит легко эту болезнь. Кто-то, может, на ногах переносит, кто-то вообще бессимптомно ее переносит. Но кто-то может очень сильно пострадать. И это все в дальнейшем очень сильно отражается на организме. Я лично приходила в себя, месяца два, наверное. Я просто сидела дома, я ходила как зомби, я ни с кем не разговаривала. У меня организм был в таком состоянии, что не пожелаешь врагу. Отразилось ли это как-то на голосе, отразилось ли это как-то на твоем желании снова вернуться на сцену? Понятное дело, ты с нее не уходила надолго, но... Раз ты говоришь, что этот момент заставил тебя пересмотреть некоторые вещи, не пересмотрела ли ты свое будущее? Свой путь творческий, да? Хороший вопрос, Кать. Дело в том, что пока я от этого всего отходила, конечно, у меня было такое состояние, что мне совершенно ничего не хотелось, и я, честно говоря, была в каком-то таком пространстве непонятном для себя. И думала о многих вещах, взвешивала какие-то моменты, как люди ко мне относятся, например. После болезни очень много интересных моментов я для себя заметила, что на самом деле те, кого ты считал такими близкими, на самом деле оказались, что не такие уж и близкие, не так уж им как бы важно твое существование, что ли. Как-то так вышло. Разделение певицы Марианы и подруги Марианы. Да, возможно. Но когда я уже начала приходить в себя,
уже начала как-то выходить в жизнь, общаться с ребятами, с друзьями, выходить потихонечку на свои занятия. Я веду индивидуальные занятия, занимаюсь с учениками. Вот, я поняла, что все-таки музыка — это мое сердце, моя душа, и как бы что бы ни происходило, я все равно возвращаться буду именно на этот путь. То есть такого не было, что вот я переболела, переоценила свою жизнь и решила пойти другим путем. Может быть, я буду расширяться, может быть, я буду смотреть, искать для себя какие-то новые горизонты, но все-таки, вот как ни крути, петь я думаю, что я буду, и буду продолжать свой творческий путь. Ну, ты смогла перестроиться, и под конец года на онлайн-площадках вышла твоя новая песня, посвященная маме. Да, есть такое. Как мама приняла такой подарок творческой дочери? Ну, она, конечно, очень удивилась, ей было очень приятно, она ее послушала, поблагодарила. Ну, в общем, она, конечно, тоже восприняла эту новость удивленно. Хотя что тут удивляться, когда дочь поет. Да, когда-нибудь я же должна была записать песню про маму. Да, у всех уважающих себя артистов есть песня про маму. Да. Вот. И, ну, песня очень красивая. Это старая, старинная песня Исмаила Семенова, нашего великого автора и песен, и стихов, и исполнителя. Очень давно хотела ее все-таки взять к себе в репертуар и исполнить ее. У меня получилось это по-своему. Как и все, что я делаю, в принципе, я интерпретирую как-то немножечко, ну, это через призму моего внутреннего мира, в общем-то, все мое творчество. Аудитория восприняла очень даже с интересом, очень с теплотой. Всем понравилось, все начали отсылать своим мамам и показывать песню, потом делиться своими эмоциями со мной, что вот мы с мамой слушали, нам так понравилась песня, большое спасибо. Вот. Ну, я рада, что эта песня нашла как бы отклик в душах и сердцах зрителя. Говоря о маме, говоря о папе, о котором мы сегодня тоже поговорили, какие новогодние традиции у вас в семье из года в год все-таки главенствуют в эти праздники? Особо каких-то традиций в нашей семье нет, то есть у нас нет каких-то ритуалов там или чего-то такого. Мы, естественно, 31 декабря собираемся с семьей. Это то семейный есть, праздник? Да, для меня это семейный праздник, несмотря на то, что многие исполнители работают в этот день. Я 31 декабря всегда стараюсь быть дома, и у меня даже, по-моему, вот на... В моей памяти еще такого не было, чтобы я где-то отмечала или работала даже, ну, 31 декабря. Вот. И для меня 31 декабря — это вот моя семья, это стол, это елочка, там, телевизор, всякие там вкусняшки, особенно утка. Вот, хотела перейти, да, к столу. Главному новогоднему блюду – утка. Да, все-таки у нас это традиционная утка, запеченная с яблоками и черносливом. Мое любимое блюдо, обожаю, жду Новый год только даже ради этого, чтобы поесть эту вкуснейшую мамину утку. А помнишь ли ты какой-то новогодний подарок, который тебя больше всего удивил и запомнился? Вот с самого детства, когда подарки тебе еще приносил Дед Мороз, а не знакомые тебе люди. Ты знаешь, как бы это смешно ни звучало, но я очень люблю сладкое. И для меня вот эти пакетики, корзиночки со всякими там вкусняшками, конфетками, это был лучший подарок. И каждый раз, как к нам приезжали дяди, у меня трое дядь,
И они, каждый приезжал с подарками, естественно, ну, каждой племяннице привозил по пакету, по сумочке этих вкусняшек. И у нас за Новый год, нас три девочки же в семье, и в детстве у нас за один Новый год собирались вот такие тазы огромные. Такой, магазин. Да, да, мини-магазин, кондитерский магазин, всяких вкусняшек, конфеток. И это был такой праздник для нас. Мы потом практически весь год ели этот шоколад. Это та история, когда дарят платье, велосипед, а потом дарят пакетик конфет, и да, все. И все. И ничего остальное не надо. Остальное не важно. Ну и в завершении нашей беседы хотелось бы дать тебе возможность пожелать что-то нашим телезрителям. Спасибо, Катя. Я бы хотела пожелать вам, дорогие друзья, чтобы все плохое, что произошло в 2020 году, осталось именно в этом году. И чтобы 2021 год принес все-таки положительные эмоции, много радости, счастья. Все ожидания, которые вы вкладывали в этот год прошедший, чтобы они оправдались именно в новом году. Всем огромного здоровья, благополучия и счастья. Желаю, чтобы ваши близкие всегда были рядом, чтобы все были здоровы. И чтобы дом, в котором мы проводим сейчас в условиях пандемии столько времени, был наполнен счастьем, любовью и гармонией. Мария, ну, в завершении вот этой части нашей программы я не могу отпустить тебя без новогодней песни, потому что, наверное, каждому из нас иногда тяжело произносить какие-то поздравления, какие-то тосты, потому что хочется сказать очень много, а слов слишком мало. И вот музыка, как ничто другое, может все это выразить, чувство передать. Поэтому прошу. Конечно, Катюша, с удовольствием я исполню для вас. Вот и завершается наша программа, так же быстро, как пролетел 2020 год. Мы, конечно, не претендуем на полноту охвата всех проблем, которые он перед нами поставил. Но один вывод сделаем со всей уверенностью. Важнее всего здоровье в доме. Его действительно ни за какие деньги не купишь. Мы с Катей, я в студии, она в дороге. Желаем вам здоровья, потому что считаем, что в этом году это самый нужный подарок от Деда Мороза.